С вами компания ProTuning, меня зовут Игорь, сейчас мы находимся в нашем тюнинг-центре по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. К нам в работу сейчас заезжает BMW X6 в кузове F16. Над ней мы будем делать на самом деле достаточно большой комплекс работ, и если вкратце, то мы сделаем вот из этого вот это. Это будет обвес от BMW X6M, также мы машину еще оклеим в пленку. Ну, в общем, что говорить, давайте смотреть все-таки за процессом работ, что мы будем делать с этой машиной. Итак, переплощение автомобиля идет у нас сейчас полным ходом. Как видите, машина у нас уже полностью оклеена, точнее, практически полностью. Все элементы основные, которые у нас установлены на автомобиле, уже в серой матовой виниловой пленке. Смотрится очень классно, более брутально. Осталось заклеить буквально передний бампер, когда мы его поставим на автомобиль. И по мелочи доделать у нас будет еще здесь тонировка передних фар. Заклеим часть на задних фонарях, на автомобиле уже также сделали антихром, осталось установить все эти элементы. Ну, в общем, машина очень классно преображается. Сочетание серого матового цвета с черным глянцем, это всегда классно, потому что у нас, во-первых, два разных цвета, которые очень хорошо подходят друг к другу, плюс две разные фактуры, это мат и глянец. Ну, в общем, будет смотреться очень классно и контрастно. Помимо всего, на автомобиле у нас будет стоять теперь обвес от BMW X6M. То есть машина мало того, что стала брутальной благодаря цвету, который на ней сейчас, клеим, так она еще будет более брутальной благодаря весу. И еще красивее она будет благодаря дискам, которые у нас здесь появились. Это стиль новых BMW X5, X6M. Черные глянцевые диски, полированная лицевая часть. Все это под тонирующим лаком. Они у нас не будут сильно выделяться. Не будет так броско, но при этом будет тот же самый контраст, который у нас есть здесь на кузове автомобиля. Еще хочу добавить буквально пару слов про то, как классно преображает матовая пленка кузов автомобиля. Все грани, которые у нас есть на капоте, ребра, на автомобиле далее, которые ребра идут, изгибы резкие, они у нас очень классно теперь стали выделяться, машина стала более такой мускулистой, ну и опять же, тот самый обвес X6M добавит еще больше стиля этому автомобилю. Двигаемся дальше.
Итак, автомобиль полностью готов. Мы сделали все, что изначально задумывалось с машиной. Для вас прошло еще буквально мгновение, но у нас прошло несколько дней, чтобы полностью машину все собрать, доделать все мелочи, которые необходимы по автомобилю. И вот он в своем прекрасном теперь обновленном виде. Машина стала, как я и говорил, более агрессивная, более интересная. У нас очень классно сочетаются все эти элементы. Серый мат, черный глянец по всему кузову. Машина очень хорошо преобразилась. Дополнительно, что у нас здесь поменялось? Все сетки, которые есть у нас в бампере, решетка радиатора, мы установили защитную сетку, чтобы у нас не страдали радиаторы, которые находятся за бампером. На самом деле такая мелкая, но очень важная доработка автомобиля, которая очень сильно продлевает срок службы агрегатов в машине. И многие думают, что сетка — это та доработка, которая не нужна, машина перестает дышать. На самом деле это все миф, я вам так скажу, потому что сетку, которую мы ставим, она имеет достаточно большие соты, чтобы через них спокойно проходил воздух. Понятное дело, если поставить слишком мелкую сетку, то уже будут с этим проблемы. Но в таком вот варианте ничего страшного с машиной не будет, так даже лучше. И пока мы отсюда не отошли, фары автомобиля мы тоже заклеили в пленку. Это полиуретан прозрачный для защиты этих элементов, потому что со временем фары могут от песка струиться и немножко ухудшится качество света. Вот эта вот доработка очень классно, еще тоже как и сетка, в принципе, продлевает срок службы фарам. И если вдруг даже через какое-то время что-то случилось с пленкой, ее можно спокойно снять и заново оклеить машину. Это делается буквально за полдня. В принципе, ничего страшного в этом нет. Даже лучше, чем заводское покрытие лаком фар автомобиля. Новые диски были установлены, которые вы, в принципе, уже видели. И на самом деле достаточно хорошо они смотрятся. Вот сейчас, когда машина уже полностью собрана, можно понять, как это все друг с другом сочетается. Да, это дизайн от новых поколений, от G-поколений BMW X5, X6M. Это у нас поколение уже предыдущее, но в принципе считается все хорошо. У нас тоже были на самом деле сначала сомнения, как это будет смотреться, но в итоговом варианте понятно, что все выглядит очень достойно. Вот мне кажется, что это попадание точное, потому что машина у нас серый мат с черным глянцем сочетание, диски у нас тоже, как видите, черный глянец с тонирующим лаком, и поэтому оно все вот в такой вот одной цветовой палитре и очень хорошо подходит друг к другу. И еще пару изменений, которые здесь у нас расположены. Во-первых, это покраска тормозных суппортов в синий цвет. Это именно, это прям конкретно цвет BMW, то есть не какой-то близкий к нему. Это под цветовой палитре подбирается специально, чтобы было точное попадание. И еще мы покрасили тормозные диски. Ну, понятное дело, не рабочую поверхность тормозного диска, а ступичную его часть и кантик за ротором, который находится у нас, чтобы в будущем эти элементы не ржавели. Вот сейчас даже видно, рабочая поверхность очень сильно ржавая, а машина на самом деле постояла буквально пару часов после мойки, и уже диски покрылись налетом. Так вот, также этой ржавчиной могут покрываться та самая ступичная часть и кантик тормозного диска. И плюс ко всему, это у нас порошковая краска, на которую мы даем гарантию целых 3 года. Что покраска тормозных дисков, что покраска тормозных суппортов. Эти элементы на самом деле никогда не страдают, и на моей памяти ни разу не было даже ни одного гарантийного случая по перекраске после порошковой окраски. Переходим далее. Также по обвесу у нас произошли изменения в этой части. У нас появились новые пороги. Раньше это были пороги с железной такой подножкой, на которую можно было вставить. Ну, на самом деле, для BMW X6M это не самый спортивный внешний вид. Вот в таком вот варианте это выглядит гораздо лучше. И здесь же видно антихром, который мы сделали. Оконных молдингов, опять же, тот самый контраст. Тут у нас на боковой части оконные молдинги черные и вставки на крыльях, как раз таки, которые идут у нас в стиле X6M. Тоже все сочетается, все идеально и классно. И теперь немножко про заднюю часть автомобиля. И еще одно главное изменение после обвеса на автомобиле и его оклейки — это установка активного выхлопа ТОР. Так как машина у нас дизельная, она от природы в принципе никак не может звучать, ну как настоящий, да, спорткар, прям рычащий такой классный выхлоп, который будет точно привлекать людей, такого, к сожалению, тут никак не добиться. Поэтому была специально установлена сюда эта система, чтобы имитировать звуки различных автомобилей. И вообще в этой системе на самом деле есть огромное количество разных звуков на выбор, которые еще и постоянно дополняются. И давайте уже наконец послушаем, как звучит эта машина.
салон этого автомобиля тоже у нас не остался без внимания. Мы здесь сделали полную химчистку, почистили все кожаные элементы и не только, придали им практически новый вид. И что самое главное, на всю кожу, которая есть в салоне автомобиля, мы нанесли специальный состав. Это керамика, которая защищает все эти элементы в будущем от различных воздействий на них. Но самое основное, что чаще всего у всех возникает, это на сиденье водителя, на нижней его части затертости, особенно если человек ездит в синих джинсах, на светлой коже это сильнее всего видно, когда у вас вроде бы светлая кожа, а на ней начинают появляться синие пятна от того, что краска из вашей одежды впитывается в кожу. Вот от этого всего будет защищать керамика салон этого автомобиля. Еще одна работа, которая была сделана, но ее тут не видно, является покраска всего обвеса, который мы установили. Передние, задние бампера, пороги были окрашены в заводской цвет автомобиля. Сделано это для того, чтобы, если вдруг клиент в будущем захочет снять пленку с автомобиля, вернуть ему заводской вид, либо он будет машину продавать, то не нужно было озадачиваться по этому вопросу и тратить свое драгоценное время. Поэтому об этом мы тоже позаботились и выполнили это на данной машине. И последней работой, которая была здесь сделана, это ТО автомобиля. Мы здесь поменяли масла, сопутствующие фильтра и так далее, чтобы клиент также не тратил свое время, позаботились об этом всем и сделали прямо здесь, в стенах нашего тюнинг-центра. Ну и естественно, если вам нужны комплексные решения для вашего автомобиля и не только, обязательно обращайтесь в ProTuning, потому что у нас есть опыт работы с огромным количеством автомобилей. Это касается не только именитых брендов, европейских, американских, японских и так далее, а также новых автомобилей из Китая. Их много к нам приезжает в большом количестве, мы их уже делали и знаем, как они устроены, как они разбираются, собираются, что там можно сделать, знаем уязвимые места, которые нужно доработать на разных машинах, и делаем это все в лучшем виде. Я думаю, вы в нас не сомневаетесь и доверяете нам, поэтому обязательно обращайтесь в наши тюнинг-центры. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на котором выходит этот ролик. Напишите комментарий, что вы думаете об этом автомобиле, как вам этот проект, и оставайтесь на связи.